На пересечении двух профессий 15 февраля по инициативе Ассоциации стоматологов Чувашской Республики на медицинском факультете университета состоялась конференция по онкологической настороженности в стоматологии. Смотрите сюжет далее. Тему конференции определил высокий уровень заболеваемости и смертности среди населения Чувашской Республики от онкологических заболеваний полости рта. В докладах были рассмотрены вопросы определения групп высокого риска по развитию онкопатологии среди пациентов стоматологических клиник, алгоритм их осмотра и выявления предраковых изменений на невидимом глазу уровне. В работе конференции принял участие Владимир Садовский, академик Российской академии медико-технических наук, прибывший в Чебоксары по приглашению Владимира Викторова, президента Ассоциации стоматологов Чувашии. В своем докладе академик Садовский остановился на применении современных скрининговых систем исследования полости рта. На следующий день на базе научно-образовательного центра инновационных технологий городской стоматологической поликлиники Владимир Викторович провел мастер-класс для врачей-стоматологов. Попасть на семинар Садовского стоматологи считают большой удачей. Весь субботний день врачи учились тонкостям лечения проблемных корневых каналов с применением гипофореза, изучали новые технологии лечения кариеса различных локализаций, в том числе под ортопедическими конструкциями. Между президентами двух стоматологических ассоциаций, Владимир Садовский возглавляет российскую, достигнута договоренность о проведении в Чувашии летом текущего года чемпионата по эстетической реставрации и отбеливанию зубов.